Смотрите, какую я вам сейчас птичку покажу. Дорогой, какой такой павлин-шмавлин? Не видишь? Мы кушаем. Перепады температуры такие. Вчера 35 градусов, а сегодня я не знаю сколько, но уже пришлось кофту одеть. Рабочую, потому что я уже с собой таких своих вещей теплых не брал, потому что рассчитывал, что будет уже лето. А нет, в Испании тоже такая тема. Видите, вот это классическая испанская, классический испанский паркинг. Заправка, и рядом с ней ресторан, иногда еще и с отелем. Коронавирус все эти бизнесы, конечно, подкосил конкретно, потому что раньше бы здесь тут, сейчас бы были бы толпы людей. Толпы, сидели бы тут, ели. В этих ресторанах недорого поесть. Недорого поесть даже для меня. И поэтому они, конечно, здесь останавливаются и жрут. Каждый ресторанчик как-то себя оформляет, делает уникальным. Вот так, вот такие вот просторы здесь. На этой фирме я работаю с ноября. Это значит ноябрь. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Сейчас пошел 8-й месяц. Это у меня первый раз, когда у меня выходной уикенд. То есть у меня пятница была выходная. Сегодня, завтра и в понедельник у меня загрузка, выгрузка и загрузка. Это первый раз такое. Я уже отвык. Не знаю, куда себя деть. Пытаюсь сейчас пойти погулять, как обычно, и посмотреть какие-то достопримечательности природного или архитектурного плана. Сейчас надо опять камеру протереть. Ну, будет что показать, покажу. Чего? Вот это вот они мастерили какой-то фонтан, какие-то вот жабки. И все в запустении. Столики. И все в запустении. Очень много таких вот заброшенных, недоделанных объектов. Гостиницы, рестораны, всякие зоны отдыха. Нет людей, нету заработков. Нету заработков и усё. И усё. Усё, усё пропало, шеф.
шикарная. Тихо, павлины ходят. Орут, правда, иногда, но это даже какая-то экзотика. Ночью спят. Ночью я не слышал криков. Утром начали орать. Бесплатный душ, можно воду набрать спокойно. Тихо, тихое место, трассы не слышно. Что еще нужно? Я уже, повторюсь, отвык от этих стояний. Вот что мне сейчас полдня еще делать? Спать не хочу, как этот говорил, с легким паром. Есть тоже. Есть не хочу, пить тоже не хочу. Вот отдохнуть хочу. Ой, устал я сегодня. Гитары у меня нет. Эполит вряд ли ко мне зайдет на огонек. Ну, что-то придумаю. Так, чтобы я не заблудился. Похож на советский Урал. Очень я люблю хвойные растения всякие. Сосенки. Смотрите, ну просто как картинка. Не будет ли любезен? Будет, будет. Шашлык из тебя будет.